Пойдем, Зось, двигаться, двигаться. Двигаться надо. Только так согреемся. Откуда ты взялся? Откуда, откуда? Тебя что, послали за мной? Послали. Ты же такая развесишься, что? Хорошо, что подоспел. Черт знает, куда вышли. Деревня где-то в стороне осталась. Пойдем. Что ж теперь делать? Не знаю. Ну, надела ты беды с этой речкой. Ладно. Я сама справлюсь. Пойдем, Зося. Замерзнешь. Пошли, пошли. О, Сташки. Здесь переночую. Пойдем. Сейчас согреешься. Давай, давай, снимай мокрое. Снимай, снимай. Сейчас надышим. Ты по своему заданию или я? Да почти что по твоему. Это як? Вместе, значит, пойдем? Да, можно и вместе. Давай, давай, давай. Укройся кожухом. Согрелась? Греюся. Ну вот, сейчас согреешься. Помнишь, как за грядках стояли? А как же? Такие вечеры не устраивали. Да. Умел Кузнецов попраздновать и повоевать тоже. Так молодой был. Знаешь, я помню, как ты одета была там в заглядках. И тебе
платье было такое, с воротничком белым. Правильно. И танцевала ты, ладно, в удовольствие. Кажется, когда еще было? А уже у меня мани, Кузнецова, немногих. Может, у нас там тоже скоро не будет. Я, знаешь, как узнал, что тебя в разведку готовят. Все место себе найти не мог. Это почему? Испугался я за тебя. За меня испугался? Ну да. Ну что? Согрелась? Греюся. Маленькая ты еще совсем. Я не маленькая. Я сильная. Сильная, сильная. Но маленькая. Не треба. Слушай, Зося, так теплее просто. Ты ж под кожухом вроде бы, а я все-таки... Тебе холодно? Ну, не очень, ну, как-то не жарко. Зось. Чао. А ну, прошу, убери руки! Ну, ладно, ладно, я... Чё ты? Кричать буду! Я понял. Не стоит кричать. Спать будем. Ну ты какой? Что случилось? Мышка, ты чего испугалась, дурочка? Какая мышка? Мышка. Не мышей бояться надо. А кого? Кого-кого? Мыться давай, Соня. Кто первым снегом умоется, не треба. Тот всю зиму простужаться не будет. Не треба! Не треба! Не треба! Не треба! Гляди, я и повалить могу. Да, ну давай. Понял? Я не дозорцев, сам бы научил. Я смотрю, ты разведчица. Только вот оружие, небось, не дали, да? А разведчику не потребно оружие. Лучше хороший документ. Я Пау Спайсу, Аделаида, понял? А тебе як по документам, а? А меня Антон Калужин. Да! Заменили? Полагается, замени тебя и прозвище. А у меня документ незаменимый есть. Да, система Наган. Як же это? Антон! Чего? А вдруг проверка? Зеленый ты еще разведчица. Антон, я боюсь. А ты не бойся. Все будет нормально. Ты, главное,
на меня. На. Положись. Все, заигрались мы. Идти пора. Пойдем. Антон! А? Слухай, а давай сховаем нога. Вон, у стогу. А потом заберешь. Зачем? Понадобится еще. А вдруг проверка? А ты не бойся. Положись на меня. Ага, на тебе положись, а потом и не узнаешь, где подстава. Ты что, тоже считаешь, что из-за меня Кузнецов погиб? Шарпал, да? Да ничего. Увок, як худо. Давай. Давай. Зато оба купленные. Слухай, а я это забыла, откуль ты родом? Здесь. Рядом. Из Борисова. Mm. Это город за Минском. А ты местная? Я из Киделя. А? 28 километров от Гродно. Да не надо, сам. Угу. Я знаю, где это. Мы туда в сентябре ходили. С мамой жила? С мамой и старшей сестрой. Замужней. А свояка немцы весной расстреляли. Хорошо, что вас не тронули. А мать там еще живет? А? Там, где же ей быть? Прямо душа чернее, як она. С весны не видела. Так что ж, надо повидать. Ты ж туда собираешься? Не совсем туда. А ты-то откуда знаешь? А что тут знать-то? Почти дома будешь, и мать родную не повидаешь. Это нехорошо. Не совсем туда. Да и другие дела есть. Это правда. Дел понадавали. Ну ничего. Справимся. Пошли. А у меня, кстати, с Кидри тоже знакомый есть. А кто? Может, я знаю? Нет, ты не знаешь, он человек новый. Постой-ка здесь, подожди. Добрый день. Дровишки заготавливайте. Да это ж на подругу. Вела, разумеете, товар зараз не той, при царе строилася. А вы сдалек будете, пан товарищ? Да я-то издалеку. А вы-то сами откуда? Мы-то? Со Стеблевки мы. А тоже из Стеблевки? А, это муженек мой. Давно муженек-то? Не, вон он на Спасов женился. Напей. Ешь, с любовинкой тебе. Смашно? А где Стеблевка-то? В какой стране?
Стеблевка? Да. А вон там на узде. Там недалече. А там что? А там будет заможжа, будет гузы, это мане якие. Суглинки там. Да не суглинки там. Суглинки же у другой бок. А там загладины будет. Загладины, суглинки, озерки. Озерки, да. Озерки тоже там. Так само, там все. Ясно. Чужие в деревне есть? Ну, я там сказать, пан товарищ, ну, немцу так и нема. А полицаи заходят, заходят. Ясно. И партизаны заходят. Может, хлебушком угостите? Не, ты ешь. Зараз. Зараз, на. У самих мало. Тримай. Может, сальца тоже найдется? Так, сальца... Так, мало. Маня, дай человеку. Тримай. Спасибо. Спасибо вам. Нема за что. Так, вы даруйте нас, конечно, вот. Вы партизан, ти, может, с полицией вы будете? А почему вы спрашиваете? Ну, вот это, бачу зброю, оружие у вас. Ну, я так разумею, что мода теперь такая на оружие. Но... Да человек я просто. Просто человека. Что это? Плохо, что ли? Да не такая. Оно, конечно, неплохо, но, ведаете, не бывает зараз так вось. А чё ж не бывает? Вот живет же. О. Вот. Живет и вроде бы жить собирается. Да ну, какое это житё. Днем бойся, ночью бойся. Так вы бы дали ему оружие, пошел бы в лес. Чтобы не он боялся, а его боялись. Я так и знал. А ну иди, откуда пришел? Чего ты здесь ходишь? Маль, ну нехай. Нехай? Я зараз тебе дам, нехай. И ты не трогай меня. Что, да успокойся. Он у меня не такой, он меня курицу не обидит. Это мой муж. О. Война войной, а люди строятся. Да разве мало таких? Думают, а сидят, что переждут, а так другие воюют. Ну, это, конечно, да. Да жить всем хочется. Как добро, что дозорцев тебе за мной послал. Не посылал меня никакой дозорцев. Я это не посылал. Что ж, ты сам отправился, что ли? За тобой пошел. В самоволке я. У какой самоволки? У разведки. Да не в разведке, говорю ж тебе. В самоволке. Как узнал, что тебя на такое дело послали. Вот и пошел за тобой, испугался. Правда? Правда, правда. Да что ж ты наделал? Тебе же за такое дело. Ничего не будет. Нет, ты должен вернуться. Да, тебя здесь одно оставить. Да тебя же расстреляют или на суку каком-нибудь повесить. Да не повесит меня никто. Вот тебя в первой же деревне поймают. Ни за что, ни про что. Ни за понюшку пропадешь. Да почему это? Почему, почему? Тебе объяснить, почему? Что ты умеешь, а? Через речку ты перелезть умеешь? Не умеешь. Полицая думаешь обмануть? Да тебя первый же бобик сразу раскусит. На усвайса свой надеешься, да? Ну-ка, покажи документ свой, давай. Покажи. Ну, покажи, покажи. Ну вот, видишь, кто так документы носит, а? Тебя чему учили? Разве деревенские девки так носят документы? Да они бы обернули бы в тряпицу, да в бумажку, да спрятали бы под семью одежками, а у тебя все сразу наготове. Одна она пойдет. Вот дальше смотри. Ну вот, видишь, так и думаю. Вот, видишь, паспорт одного возраста, а фотография другого. Печати кто так ставит? И руки бы ему побломать и за ворог выбросить. А ты говоришь одна. Что ты одна можешь? Что же нам делать? Вместе пойдем. Авось обузу для тебя не стану. Все равно тебя здесь одну не оставлю. А там в лагерь как-нибудь оправдаемся. Скажешь словечко какое-нибудь, защитишь. Пароль есть у тебя?
Есть. Ну вот. Скажешь, что вдвоем ты старше, а я в подмогу. Взвозь. Пойдем. Там по обстоятельствам. Не бойся, не бойся. Пойдем. Пошли. Так. Там Петряков на заставе. Или там сержант еще из десантников. Скажи, что вдвоем и пароль сообщишь, ясно? Значит, ты не вернешься? Да погоди ты. Там потом сообразим, посмотрим. Пошли. Здорово, Петряков. Говори пароль. Привитание вам от Мироновича. Да мне нитка с кумом. Не бачились. Заходьте, заходьте. Где начальник-то твой? Нема начальника. А где же? Был же. Сержант, кажется. Из десантников. Был. Попался сержант. Теперь я вот. А вы? Туды? Туды. А чего? Да ничего, что ж. Вчера хлопцы вертались из Чапаевского. Двое. Третьего дерушки принесли. Ось собок его. Убили? Убили. Две пули. Одна в грудь, другая в живот. У вас горло больное, да? Да. Да кашлю эту зиму и еще. Может, лекарство надо какое? Может, мед вам помог бы? Какое там лекарство? Чахотка он у меня. Сухоты. Вести треба. Это тебе. Ну все, все, вставайте. Все, все, с Богом. Сказать. Не мы он, але довезе, як треба. Не сумнівайтеся. Як-небудь выздоравливайте, дядька.
А зовут тебя як? Пойдем, не мой он. Пойдем, пойдем. Дай Бог тебе выжить. Еще грязь обратно. Что это за звуки странные? Обычные звуки, Зоська. Человеческие. Поют люди, гуляют. Кто же это гуляет? Подожди. Постой здесь, сейчас разведу. Устроили. Значит, в эту деревню совсем нельзя. Ну почему же нельзя? Домов-то много. Не везде ж полицаи. Нам бы только погреться. Да-да, Зусь. Сейчас найдем что-нибудь. Вот видишь, хотем какая-то. Пойдем. И наслаждение вечных твоих благих, угодованных к любящим тебя. И дар причастия и наслаждение вечных твоих благ, любящим тебя. А ще бой согрешил не отступи от тебе, и несомненно в Отца, и Сыне, и Святаго Духа, Бога тебя в Троице славимого, верова и единицу в Троице, и Троицу в единстве. Не обессудьте на горошку. До последнего своего избрания, и веровых в тебя, любящих тебя, тем же любящих там буди и веру. Я же простите, ради Христа. Мне. И со святыми твоими, яко щедр Бог Твой, не есть Бог человека, и же поживет. Да.
клеится у нас с ночлегом. Зось, ну ладно, ладно, не плачь, не плачь. Чего тебе дали там? Ну, видишь, картошка в мундире. Видишь, как хорошо. Может, еще что подвернется. Пойдем, пойдем, Зося. Все, сорви. Там он, дом вроде бы остался. Вишнёчку. Ой, наколола ножечку на вишнёчку. Болит, болит ножечка. Ой, и дыня горена. Ой, любю хлопец девчиночку, дыня долго. Ой, помогать пришла? Ну, такому помогать. Сам справишься. Ты ж мужчина. И руки у тебя широкие, як лопаты. Ну да ладно, желудок-то. Никакие руки не помогут. Проголодал себе. На, вот тебе. Подкрепляйся, завтрак не скоро. Ём же твою постель белу, ой, по раскине. Ой, он же тебе любить будет и покине. Ой, он же тебе любить будет. Не пугайся. Это я порох из патрона. Давай, раздевайся. Сушиться будем. Сейчас согреешься. Садись. Ты давай сапоги снимай. Мокрое же все.
все ноги заледенели. Запомни душу той бабуси. Горячая. Лучше, чем в какой-нибудь хате. Вдвоем никто не мешает. Мама твоя даже, наверное, не догадывается, где ты. Беспокоится. Меня вот никто не знает. Никто не беспокоится. Да уже. Узнали, наверное. С Кузнецовым же ты у себя деревню не объездил. А кто меня заприметит? Пришел, ушел. Партизан, как все. Не кажи, девчата заприметят. Приметный. Да нет. Я сам оно заприметил. Где? Да там, в отряде. Ты ее не знаешь. Разведчица одна. Не помню, как точно зовут. Зося, что ли? Неправда. Кушай. Согрелся? Согрелся. Дай руку. Согрелся.
Сталинградом. Должны были пойти наступление. Вот и пошли. Ага. Рынки бущи. И бабу. Пошел! Айте! Немцы Сталинград взяли. Это когда? Не знаю. Только что слышал. Полицаи проезжали здесь. Мимо. Раки, может. Хотя, может, и правда. Столько понахабали, что им такое силище. Ты хоть знаешь, где Сталинград находится? Далеко. Ну и ответ. Тебя бы за такой ответ в школе бы не похвалили. Двойку бы поставили. Як же трудно добраться до этого Шкиделя. А там что будет? Одному Богу известно. Да, вот именно. Поэтому пока время есть. Надо обозговать все. Угу. Ты только побудь, я зараз пойду. России же ничего не остается, кроме Сибири. А что в той Сибири? Они же вон куда зашли. За Москву, понимаешь? А что вы для Печатской пущи делать, непонятно. Они нас или собаками перетравят. Или мы раньше с голоду помрем здесь. Стой, послушай. Послушай, у тебя вскидали мать? Мать у тебя вскидали. У меня там тоже земляк из Борисова мой. Начальник полиции. Да, мы поживем у тебя пока. Первое время. Как люди. Как муж и жена. Иначе погибнем здесь. Зося. Ты пошутил это. Ты это пошутил. Нет, я не пошутил, Зося. Ты это...
який час було б щастям. А тепер подло. І даже больше, чем подло. А то ти сказав, не думаю. Все я хорошо обдумал. Я хочу тебя сохранить, себя, маму твою в конце концов, иначе мы здесь все погибнем, как те вон. Может и так. Так что ж ты? Так что ж ты хочешь? Погибнуть, что ли? Может, тебе жить надоело? Как это надоело? Я совсем не желаю еще. Ну, а ты что ж ты предлагаешь? Идти до фашистов? Это ж хуже и смерти. Я же не говорю, что они золото. И идти к ним не предлагаю. Но что делать-то? Сталинград взят. Да, они сволочи. Да. Но они побеждают. Во-первых, еще не победили. И победят ли, это еще неизвестно. Поэтому давай не будем. Давай забудем этот дикий наш разговор. Забыть-то можно, только легче от этого не будет. Антоша. Это у тебя блаш. Минутная слабость. Это убитые на тебя так подействовали. На меня, знаешь, тоже подействовали. Может, правда, в обратном смысле. Самой жить расхотелось. Оно и видно. Ничего тебе не видно. Знаешь, Антон, иди-ка ты назад у отряд. У случае чего, я... Скажу, что это я попросила тебя проводить меня, чтобы тебе там за самоволку. Чудачка, что же я тебя одну, что ли, здесь оставлю? Ты сначала вернись, я после постараюсь. Своих заданий постараюсь. Уметь надо, а ты вон какая умелая. Да, я не очень умелая. Ну вот и не агитируй меня. Все. Я воевал все 8 месяцев, честно. Только никакого толку, как видишь, непонятно зачем. Все. Будет. Я в отряд не вернусь и тебя не пущу. Чего ты? Устала? Чего отстаешь? Ногу натер. Так переобуйся. Там что, деревня? Не знаю. Не должно быть. Хутор, наверное. Пошли на хутор. Зачем? Здесь заскидали недалеко. Пошли, мне треба. Вечер добрый. Полной удачи будет. В хате чужих нет? Нема, пан. Нема. Хозяин? Так, пан. Приглашай в гости погреться. Прошу, пан. Прошу.
одеваться. Прошу, пани. Иди, Зося, переобуйся. Прошу, пана, сядать. Мы ненадолго. Ты что читаешь? Таймяничий остров. Знаю, добрая книга. Ага, только конца тут нет. Конец тут выдран. Конец, прошу, пани, выдраный. Пасек 4 раза прочитал. Наизусть знаю. Как конец был. Так, а ты что, не знаешь, чем кончилось? Я тебе теперь расскажу. Тебя как звать? Вацак. Дай книгу, Вацак. Так. Над чем тут обрывается? А, взрыв острова. Ну вот. А далее люди бросились у моря. Корабль ведь они достроить не поспели. И спасались на рифах. Угу. Гибель, казалось, была неотвратимой, но у самый последний момент на горизонте появился корабль капитана Гранта. Грант плыл за Айртоном. А, снять его с острова. Вот-вот. И капитан Грант спас усих. Ну все, ты переобулась. Любишь книжки читать? Угу, только негде взять их. У Стасика Кемпела было 3, так я уж приситуси. Вацик добже учился. Грамота е. Стефан, покажи пани грамоту. Так, охана. Далеко пани едет? Не, недалеко. Тут близко. Да я вот ногу натерла. Як недобже в дороге. Надо ехать, пани. Чому ехать? Мы пешком. Может, пани, пан, есть кто? Нет, мы... А что? Мы не против. От еды грех отказываться. Стефан, мне есть млеко, сало. Так, ага. Вацик, поможешь. Люди не богатые, а ли гостям рады. Спасибо вам. Дай вам Бог здоровья, накормили. И пану них Бог даст здравия. Да, даст, куда денется. Как говорится, обогрелись. Пора и путь дорожку.
пана и закурить найдется. Есть, есть. Стефан, дай пану припалить. На хуторе живется? Так, коло добро, кроны. Под лесом не беспокоит? Так коло и беспокоит. А кто беспокоит? Немцы, партизаны? Як пан оказать? Коло так, коло иначе. Отдохнули, поели. Давай потопали. Иди один, я тут останусь. Ха. То есть как-то останусь. Просто останусь на хуторе. Что-то я что-то не понимаю. Что тут непонятно? Я с тобой не пойду. Это почему? Ты знаешь, почему. Да, Зося. Так дело не пойдет. Так у нас с тобой ничего не выйдет. Вот упрямилась жонка. Понравилось ей у вас. Идти не хочет. Я тебе не жонка. Ну, что возьмешь с бабы? Вот дает, от мужа отказывается. Зося. Зося. Ну, давай хоть до окольца дойдем. Не. Я же даже не знаю, с какой там стороны-то идти. Дорога приведи. Да не с руки ты мне по дороге, Зося. У людей спросишь. Что ж я тебя здесь одну оставлю, что ли? Веревку, говорю. Веревку давай! Пусти, пусти меня! Я говорю, веревку давай! Вот. Быстро! Не трогай! Развязывай! Развязывай! Не смеешь, пусти! Быстро. Не трогай, гад! Сволочь! Не трогай! Больно! Не трогай! Давай быстро, лошадь! Немапан, коня, немапан. Лошадь, быстро, я говорю! Немапан, люди пришли забрать. Кто забрал? Кто, говорю, забрал? Быстро, лошадь! А ну, быстро! Бог пожил! Кто забрал лошадь? Пан, может, челядь, але... Молчит. Быстро, я сказал! Я кому сказал? Быстро! Фонарь где? Фонарь давай зажигай. Так, пан.
Jezus Maria. Pomóż, Wacek. Barbarzyńca. Gdzie koń? Nie ma. Koń, mówię, gdzie? Ja panu mówił, nie ma. Сено есть, а конец забрали? Так. Пошли, показывай дальше. Там, там, пани, там. Утекайте, паник, утекайте. Плохо вы живете, я смотрю. Куда коня спрятал? Я еще раз спрашиваю, конь где? Нема конь. Иди, говорю. Иди, я говорю. Убивай, хат! Стой! В хату быстро! В хату, я сказал! Курва! Пошли! Сука! Я к ней по-доброму. Ты ее выпустила, стерва? Не вам, пам, не с вам. Я тебе покажу нема. Раз прикончу гаденыша твоего тоже. Так, где коня взять? Не знаю, пам, нема конь. Сам ее понесешь, понял? Где ближайшая деревня? Деревня. Якая? Якая. Любая. Сколько километров? 5 километров. Хутор есть ближе? Хутор есть. Километр два бензи. Близко есть. Хорошо. Пойдешь на хутор. И чтоб через час пришел с лошадью. Понял меня? Так, пан. Сосед не дружит даст конь. Лучше бензи, когда пан сам тут же. Слушай меня. Так дело не пойдет. Сам туда пойдешь, а я здесь останусь. Понял? И чтоб через час здесь был, иначе хату твою сожгут. Давай! Нічого, погано, нічого, але бензин, як пан казав. Давай, вот так вот. Як пан чекав. Давай, давай. А ти давай марш в комнату. А ну марш в комнату. Что? Зюзя. Убить меня хотела, да? Убить меня хотела. Хотела. Я не удалось! И не удастся. Иди сюда. Быстро за шею. 10 минут тебе даю. За шею давай. Куда ты полезла? Ну-ка, иди сюда. Иди, говорю, сюда. Сейчас я тебя свяжу. Целей будет. И спокойнее. Больно же. Ничего, потерпишь. Больнее будет. Уже
больничном, а к тебе мне николи не будет. Будет. В полиции. Или у немцев. Ты отведешь меня у полиции? Не знаю. Мало того, что подлец, так ты еще и предатель. Дура! Не был я никогда предателем. Предавай. Предавай, не ты первый. Но только память. Самый первый давно подавился 30 серебряниками. И за им подавятся все остальные. Ты меня этими аналогиями древними не пугай. Не знаю, кому от этого легче будет. Мне легче от этого не будет. Ну что, кожу готов домой? Давай. Кто там? Да я, Стэн. А ну руки вверх. Вверх, вверх, давай. Так, Пашка, обыскать. Что делаете? Я из Суворовского. А это мы сейчас поймем. Какой ты Суворовский. Японский городовой. Чем ты тут занимаешься? Она кто? Она тоже из Суворовского. А почему связана? Ты связал? Ну, я связал. А почему связал? Она на меня топором чуть не зарубила и к немцам перебежать хотела. Леша! Прижон! Почекайте. Я ее ведаю. Я на самоисправе из Суворовского. Зося сдается. Так. Это он решил переметнуться до немцев. Вон пусть хозяин скажет, он тут еще слыхал. Пан, да, мало разумеем. Пан скидал идти. Пани не хотела. А чего? Не знам. Ну, ураки, ураки. Товарищ сержант, ну, ей-богу, наша девка. Развязать. А этого связать. Да меня-то за что? Я свой, товарищ сержант, что вы... Мало того, что оружие отняли, так связывает еще. Вы ей поверили, она вам сказала, может, у меня свои счеты с ней. Твою ж, это ж какие счеты? Да хотя бы по-любому. Ты не надо нам тут темнить за любовь. Твоя? Моя. Вот и шагай, давай. Пошли. И она тоже. Давай, шагай, шагай. Пани. Солей! Я. А ты давай, дуй. Тебе 20 минут хватит? Попробую. Вот давай, дуй. А ну, давай посунься. Давай. А мы с Пашкой посидим, подрубаем. Да, Паша? А вы посмотрите. Фух. Что там на фронте слыхать? А тебе зачем? Немцам передать, да? Ну, правда. Что Сталинград там? Сталинград дал фрицам зубы. Поперли фрицу под Сталинградом. А. Серьезно, что ли? А тебе... Не, еще удивляется, а? Японский городовод. Подавились немцы твои под Сталинградом. На 60 километров фронт прорвали. Наступают наши. А чё ты, зараза, ты же, наверное, что-то хотел другое слышать, а? А ну, гони его, Пашка, пошли. Давай. Давай, давай. Вперёд. Вставай, вставай. Оботрись. Нечего кровью плеваться. О, теперь я вижу, все вижу, японский родовой. О, Солей. Чего? Чего? Что, не дошел? Дошел. А что толку? Как это, что толку?
Через деревню не пройдем. Облава. А на дороге полицаи и жандармерия. А тот лесок, я чу, собаками прочувствуют. Значит, назад нельга? Значит, нельзя. Так может, не в нашу сторону идут? В нашу, в нашу. Тут у них на дороге контрольный пункт. Может, нам вперед пробежаться? Так сама отпадай. На немцев нарвемся. Тут рытвинка есть и насыпка невысокая. А про насыпку не убачить? Не убачить, если ползком. Ага, ползком. Вот с этим. Ну, отойди. Вот иди. Надо его в расход пустить. Да ты что, сержант? Тихо, тихо, тихо. Разговорчики, ясно. Можно и в расход? Да? Только, знаешь что, стрелять мы не будем. Вы что делаете-то, а? Вы что, сержант? Я же все 8 месяцев честно воевал, воевать собираюсь. Ну скажи им, Зось, мы себе по-любому, ну Зось, подтверди им, они же убить меня хотят. Вы что делаете, Зось? А? Ты уже про любовь заговорил? Ловкач, блин, ловкач. Вон и не треба. Чего не треба-то? Свою. Да вы чё? Полицай. А вот и немцы. Ну что? Попробуем здесь. Да больше негде. Только надо перебежками. Я тебе дам японский родовой перебежками. По-пластунски поползешь, на пузе. Да можно и по-пластунски. Значит так, я первый, ты за мной. Пашка, потом ты с ней. Солей, будешь последним. Чуть что, открываем огонь и к лесу. Угу. Давай. Можешь идти, а?
живут. Знакомые, что ли? Знакомые. Летом тут у подруги было. Ну вот, хорошо. Есть где пересидеться. Сейчас дождемся, пока стемнеет, и пока тут посидим. А подруга твоя живет. С какого конца, а? Тебе что? Ну как что? Если с этого так можно сейчас рискнуть. Не сидеть тут до ночи. Спешишь? Спешу, конечно. Ты же вон сейчас все крови сечешь, да и мне тоже надо. Скидель недалеко. А какой скидель? 15 километров. Не нужен мне скидель. Мне в отряд надо. Обещай только помочь мне. Лучше. Не говори там никому, что я хотел с тобой скидывать. Что я за место скажу? Что заночевала с тобой убора? Что провалила это задание, доверяясь тебе? Что круглая дура, идиотка и преступница, якую только под суд? Ты что, упрямая такая? Женщина должна быть, ну, хоть чуть-чуть добрая. Моя доброта меня погубила. Я ж тебя люблю, а ты хуже врага меня считаешь. Хуже. Врага можно выстрелить. А у своего не так легко выстрелить. Да. Зось! За что ж ты меня пристрелить-то хочешь? За любовь мою, да? За заботу? За то, что я от собак тебя сейчас спас? От полицаев? Я же хотел... Зося! Постой, Зося! Стой, тебе говорю! Зось! Ну стой! Куда ты? Я ж тебя люблю, Зось! Ну куда ты, Зося, стой!